Добрый день. Мы начинаем торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства 2020 года. Добрый день, уважаемый Олег Алексеевич, уважаемые предприниматели и представители бизнес-сообществ. 26 мая – день российского предпринимательства, и сегодня торжественное мероприятие, посвященное этому празднику, проходит в онлайн-формате с участием временно исполняющего обязанности главы Чувашской Республики Олега Алексеевича Николаева, деловых объединений, предпринимательских сообществ, инфраструктуры, поддержки бизнеса и муниципальных образований городов и районов нашей республики. Ограничительные меры в период пандемии наложили отпечаток на праздник и не позволили, к сожалению, нам встретиться лично. Тем не менее, уверен, что наше сегодняшнее общение будет динамичным и интересным. Ни одно десятилетие в мировой экономике не обходится без трудностей. Каждый раз причина для их возникновения была уникальной, которой не всегда можно было подготовиться заранее. Многие из нас помнят кризисы санкций 2014 года, мировой кризис 2008-2009 годов, черный понедельник 1998 года. В 2020 году всю мировую экономику затронул коронавирус. Эти события напрямую затрагивают предпринимателей, к ним необходимо адаптироваться, перестраивать свой бизнес. Многие с этим справляются. Иначе в мире не было бы компаний с вековой и полувековой историей. А мы знаем компании с богатой историей и в России, и в Чувашии. И в наше время предприниматели вносят значительный вклад в пополнение бюджета Чувашии, решают важнейшие задачи развития экономики республики и повышения качества жизни людей. Активные, энергичные, ответственные, нацеленные на результат. Именно так можно характеризовать многих представителей бизнес-сообщества сегодня. Ваш труд достоин поддержки и уважения. Позвольте предоставить слово сейчас временно исполняющему обязанности главы Чувашской Республики Олегу Алексеевичу Николаеву. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я от всей души приветствую всех вот в таком формате, как уже было сказано, в онлайн-формате. Такое происходит впервые, и я думаю, что очень многие коллеги, предприниматели что-то, да и каждый человек, что-то в жизни делал впервые. Начиная с начала 90-х годов, когда наша страна вступила в рыночные отношения, предпринимательство в нашей общественной жизни заняло важнейшую составляющую. Предприниматели – это те люди, которые создают новые виды услуг, новые виды продукции. Очень мобильно меняются в связи с изменением
рыночной конъюнктуры, внешних обстоятельств и постоянно находят место в жизни. И на самом деле, находя место в жизни себе, они создают рабочие места. Говоря они, конечно же, я имею в виду всех тех, кто сейчас находится по ту сторону экрана, и многих тех, которые трудятся на своих рабочих местах или занимаются своими делами. И, конечно же, предприниматели – это те люди, которые всегда ответственно относятся к жизни, каждому дню. И вот это ответственное отношение выражается не только в тех видах продукции и услугах, которые были выше сказаны, но и в наших дополнительных возможностях. Говоря «наши», я имею в виду прежде всего это государство. И Российскую Федерацию, и Чувашскую Республику, и, конечно же, муниципальное образование. Ровно таким образом, согласно Конституции, сформулирована наша структура власти. Федеральная, региональная и муниципальная. Уважаемые друзья, с 2007 года мы отмечаем этот день, День предпринимателя. Но само предпринимательство, как уже было сказано, началось еще намного раньше. Я помню середину 90-х годов, когда впервые была провозглашена государственная политика в области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. Тогда создавались фонды, институты развития и поддержки бизнеса. Многое из того, что тогда начиналось, уже не существует. Но трансформация этих форм поддержки, постоянные изменения, они шли совместно с изменением самой предпринимательской деятельности. Если раньше мы вели с вами предпринимательскую деятельность с использованием иногда, можно сказать, ручного труда, то сейчас предпринимательство – это уже высочайшие технологии, цифровые сервисы и много совершенно других вещей, подходов, технологий, о которых, конечно же, в 90-х годах и мечтать не могли. И все это создаете вы. Люди неравнодушные, люди, которые постоянно ищут, люди, которые отвечают не только за себя, но и за тех людей, которые трудятся вместе с вами ежедневно и создают все новые и новые формы деятельности и новые виды продукции. На сегодняшний день мы с вами являемся свидетелями того, что мир и общество меняются кардинально. Если буквально год назад мы говорили о том, что меняются технологии, приходит цифровизация, то вот сегодняшняя ситуация, текущая ситуация нас испытывает совершенно иными вещами. Это неведомая доселе коронавирусная инфекция, которая вроде бы, не имея прямого отношения к бизнесу, тем не менее, очень сильно заставляет нас переформатироваться в нашей деятельности. Где-то, может быть, даже не желая того, мы начинаем использовать те технологии, которые вроде бы существовали, но мы почему-то ими не активно пользовались. И вот ровно тот формат, который мы сегодня с вами применяем для того, чтобы отметить сегодняшний день предпринимателя, конечно же, для нас где-то месяца два назад, мне кажется, был немыслим. Я искренне поздравляю всех предпринимателей с этим замечательным днем. Выражаю вам сердечную благодарность за ваш повседневный труд. Желаю вам крепчайшего здоровья и успехов в делах. Вот все те трудности, которые сейчас на нас навалились, конечно же, мы пройдем с вами вместе, как это много раз бывало. Возможно,
какие-то отрасли преодолеют эти трудности быстрее. Некоторые чуть-чуть дольше. Но в целом я убежден, что все нам удастся. Мы сейчас с вами являемся свидетелями того, что по решению президента страны развернуты беспрецедентные меры поддержки экономики, в том числе малого и среднего предпринимательства. Буквально сегодня, в течение первой половины дня, мы поговорили с предприятиями инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего предпринимательства по тем инструментам и сервисам, которые направлены на предпринимателей Чувашии. Мы поговорили о трансформации института развития в Чувашии инвестиционной и предпринимательской деятельности. Вы знаете, существуют Корпорация развития Чувашской Республики, Фонд развития промышленности Чувашской Республики. И, очевидно, эти институты требуют серьезной трансформации и наладки их деятельности таким образом, чтобы бизнес очень плавно и достаточно быстро переходил из малой формы хозяйственной в среднюю и крупную. И такую работу в ближайшее время мы, конечно же, наладим. И здесь я рассчитываю на помощь и активное участие самих предпринимателей. И призываю в ближайшее время нам сформировать соответствующую дискуссионную площадку с тем, чтобы мы, собирая информацию о проблемах, о существующих вопросах, а самое главное, об имеющихся возможностях, очень грамотно смогли бы консолидировать наши усилия и реализовать самые эффективные подходы для того, чтобы бизнес, с одной стороны, чувствовал в Чувашии себя комфортно, с другой стороны, имел возможности реализовать самые амбициозные цели и задачи. И чтобы и технологически, и ресурсно мы были с вами конкурентны со всеми предприятиями, независимо, где они находятся, на территории Российской Федерации, либо за рубежом. И текущий анализ показывает, что у нас такие возможности есть. Уверен, друзья, если мы с вами вместе будем действовать таким образом, мы преодолеем все и, несомненно, любые задачи мы претворим в жизнь. С праздником вас еще раз поздравляю. Спасибо, что вы есть. Давайте двигаться вместе. И у нас еще впереди будет не один праздник. И мы их отметим совершенно в другом режиме. Спасибо, Олег Алексеевич. Благодарим вас за эту прекрасную речь. Хочется сказать о том, что ежегодно в рамках Дня российского предпринимательства мы чествуем победителей республиканского конкурса «Лучший предприниматель». В 2019 году было подано более полусотни заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства нашей республики. Конкурсной комиссии по результатам различных экономических, социальных и деловых показателей подведены итоги и определены победители в номинациях конкурса «Лучший предприниматель-2019». Итак, внимание на экран.
Уважаемый Олег Алексеевич, вам слово. Да, я, несомненно, с удовольствием произношу слова поздравления победителям в различных номинациях, которые названы лучшими предпринимателями в соответствующей отрасли или видах деятельности. И желаю, конечно же, и далее держать эту марку. Как уже было сказано выше, мы не смогли собраться сегодня все вместе, и поэтому мы пригласили всех номинантов для того, чтобы вручить премии, которые им положены в различные точки. С тем, чтобы, с одной стороны, реализовать вот эту приятную миссию, с другой стороны, чтобы обеспечить необходимую безопасность и все меры предосторожности для сохранения здоровья. И вот тут у меня тоже один из призов в номинации «Победитель республиканского конкурса среди молодежи Чувашской республики. Открой свое дело». И соответствующий диплом вручается Макарову Даниилу Владимировичу. Сборка и продажа «Экоборд». Вот такой вот проект. И соответствующий. Желаю всем и дальше работать успешно, реализовывать проекты своей деятельности, скажем так, постоянно. Ну и самое главное, мне кажется, награды – это когда вы получаете удовлетворение от той работы, которая проделана, и от того желания, что вы вот реализуя тот или иной проект, получаете новое вдохновение для осуществления все новых и новых ваших идей и бизнес-проектов. Спасибо вам большое. И поздравляю. Ну что ж, еще раз всех победителей поздравляем и присоединяемся к вышесказанным словам. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», направленное на улучшение предпринимательского климата в Чувашии, реализуется целый ряд проектов и программ. К примеру, в центре «Мой бизнес», объединяющем объекты инфраструктуры поддержки бизнеса, предприниматели могут получить все виды государственной поддержки и государственных услуг от консультирования, разработки бизнес-плана, получения мер финансовой поддержки, льготные займы, поручительства, возмещения затрат на рекламу или выставки – и до вывода их на экспорт. Из числа победителей конкурса «Лучший предприниматель 2019» оказались те, кто активно использует инструменты государственной поддержки. И мы подготовили короткие 3 кейса, которые мы сейчас вам покажем. Итак, внимание на экран. «Инвал» 25 лет занимается поставкой оригинальных запчастей заводов-изготовителей на все автомобили российского производства и иномарки на спецтехнику. Сейчас ему доверяют такие госконтракты, как обслуживание республиканского парка скорой помощи. Среди клиентов магазина крупные предприятия – агрегатные, тракторные заводы, «Химпром», «Теплосеть», «Чувашэнерго». Нам устраивают качество запчастей, цены запчастей и отзывчивость продавцов. В общем, и в выходные можно обращаться, и в праздники можно обращаться, и по телефону заказ принимают. Ассортимент, качество товара, приемлемые цены, индивидуальный подход к заказчикам и социальная ответственность – критерии, которые сделали «Инвал» одним из лучших малых предприятий Чувашии 2019. Я очень благодарна агентству по поддержке малого бизнеса за их реальную помощь. Эта реальная помощь нам помогала развиваться, поддерживать ассортимент, увеличивать из года в год. Мы закупали оборудование новое, каждый год приходится обновляться и программное обеспечение. Построили мы свой автосервис. Сейчас предприятие само оказывает поддержку своим друзьям и партнерам. Школам, инвалидам, больницам, спортсменам с ограниченными возможностями здоровья, творческим людям. Еще
Еще 10 лет назад на этом месте была заброшенная плодово-овощная база. Теперь преуспевающее предприятие – яркий пример, чего можно достичь, имея трудолюбие, предпринимательскую жилку и государственную поддержку. Завод инновационных технологий – один из победителей конкурса «Лучший предприниматель 2019 года». Мы уже участвуем второй раз. В первый раз мы участвовали, победили в номинации «Лучшее малое предприятие». Сейчас мы уже участвуем и победили в номинации «Лучшее среднее предприятие». Именно господдержка позволила нам перейти из разряда «малое предприятие» уже в «среднее предприятие». Завод инновационных технологий специализируется на выпуске низковольтных комплектных устройств. Предприятие известно тем, что выполняет заказы любой сложности быстро и качественно. Во многом потому, что металлоконструкции изготавливают сами. В 2016 году приобрели координатный пробивной пресс фирмы «Мурата». Сразу же удалось повысить и производительность, и качество. Точность данного станка считается в тысячных долях. То бишь, поэтому тут качество отличное. Часть затрат на приобретение пресса предприятию возместило по специальной программе Минэкономразвития. Средства вложили в дальнейшее расширение. Сегодня здесь современное предприятие, с которым охотно сотрудничают местные электротехники. Экро, электроприбор, релематик и электроавтомат. И на которые охотно идет работать молодежь. Средний возраст коллектива 32 года. Несколько лет назад приобрел старую колхозную ферму в Урмарском районе и начал создавать современное хозяйство. Сейчас стадо насчитывает 500 голов. 4 помещения для скота из 6 уже отремонтировали, остальными займутся после посевной. Когда-то, в 2003 году, когда молодой агроном решил вернуться в родной район, начали с 13 гектаров. Сегодня более 3500. Производительность высокая, во многом благодаря использованию современной сельхозтехники. Фермер признается, за счет только собственных средств обзавестись таким парком было бы сложно, если бы не господдержка. Например, за этот комбайн получили субсидию на возмещение части затрат. Новый комбайн позволил создать 2 новых рабочих места, увеличить площадь обрабатываемых земель и выручку. Владимир считает, сельское хозяйство сегодня – это бизнес, развивающийся по всем законам предпринимательства. За 17 лет многое пришлось испытать, и неурожаи, и кризисы, новые стыли. И продолжают развиваться не в последнюю очередь благодаря государственной поддержке, которую аграрии могут получить по разным программам. Как по линии Минэкономразвития, так и по линии Минсельхоза. Сегодня фермер чувствует себя уверенно и даже решил поучаствовать в конкурсе «Лучший предприниматель 2019» и сразу победил. Работа идет, я скажу, неплохо, поэтому хотелось проверить себя, как мы смотримся на фоне других чувашских предпринимателей. В 2019 году стали лучшим сельхозтоваропроизводителем в Чувашии. Приятно, что вот, работаем в правильном направлении. Позвольте еще раз поздравить победителей конкурса, а мы идем дальше. И сейчас у нас прямое включение с торгово-промышленной палатой Чувашской Республики. Передаю слово сооснователю чебоксарского предприятия «Сейспель», генеральному директору Владимиру Александровичу Бакшаеву. Пожалуйста, Владимир Александрович, поделитесь своей историей успеха и, пользуясь случаем, поздравьте коллег с этим праздником. Добрый день, коллеги. Поздравляю вас всех с праздником. Желаем, чтобы дальнейшего роста, процветания, создания рабочих мест. Те задачи, которые нам ставит руководство республики по созданию рабочих мест с достойной оплатой труда, нам, по моему мнению, считается выполнимыми. Почему? Потому что сегодня вся машиностроительная отрасль мира переходит на новый технологический уклад. Сегодня Россия завозит более чем на 400 миллиардов долларов промышленной продукции ежегодно. В России, у нас в Чувашии хорошо образованный народ, есть понимание происходящих процессов, и поэтому я считаю, что сегодня мы способны, если с поддержкой власти, создать больше рабочих мест с хорошей оплатой и
мы уже сегодня конкурируем на мировом рынке с лучшими мировыми марками и производителями. Поэтому помощи ждать нам надо неоткуда, надо работать самим и достигать поставленных целей. Спасибо. Ну, всех поздравляю с праздником еще раз. Дай Бог, чтобы у всех этот кризис закончился успешно. Спасибо, Владимир Александрович. Очень позитивно и с юмором. Прекрасно. Спасибо еще раз. Слово предоставляется компании, которая всего 5 лет назад открыла свой бизнес в городе Цивильск. И на сегодня численность компании порядка 100 человек. Поставляет продукцию во многие уголки нашей страны. Итак, передаю слово молодому предпринимателю, генеральному директору Цивильского завода металлоизделий Роману Евгеньевичу Турову. Роман Евгеньевич, вам слово. Добрый день, коллеги. Наше предприятие, да, действительно, оно молодое. Мы 5 лет находимся на территории Чувашской Республики. Наша продукция была ориентирована на московский рынок, но так вот случайно получилось, что мы оказались в Чувашской Республике, ну и достаточно основательно здесь закрепились. Вот на протяжении 5 лет мы проделали очень большой труд. Мы обращались неоднократно за поддержками. В нашем опыте есть поддержка по возврату лизинговых платежей. Мы дважды участвовали и брали. Это был большой труд. Получили опыт. Но на опыте, я думаю, что будет лучше. Также мы в социальной ответственности отметились. В прошлом году мы выиграли премию главы республики в области социальной ответственности. Вот недавно мы оформили господдержку в ПНБ. Это тоже не быстро, не легко получилось, но мы осилили, сделали это. И вообще мы свои рамки расширяем не только на Москву, но уже и по России широко начинаем работать и заглядываем за рубеж. Вот в этом году мы планировали с Центром экспортной поддержки выезд на выставку «Вода, тепло» в Белоруссию, но, к сожалению, из-за пандемии она отменилась. Ну, я не сожалею об этом, ничего страшного. Я думаю, еще поедем, будут выставки. И в экспорт мы тоже выйдем. Мы динамично растем, много работаем. Я считаю, что сегодня такое время, в которое можно легко развиваться, очень много вокруг инструментов, цифровизация вообще перевернула весь мир. Очень много успешных проектов, на которые можно смотреть, брать с них пример, учиться и повторять. И в этот день всем предпринимателям пожелаю найти своих кумиров, брать от них опыт, учиться, много работать. И как один мудрый человек говорил, когда после большого труда большой результат. Терпите, и все будет хорошо. Всех с праздником. Спасибо. Роман Евгеньевич, огромное спасибо за поздравления, за оптимизм, за вдохновляющую речь. Я думаю, что выставки действительно будут, все возобновится. Ну что, мы предоставляем слово президенту Союза торгово-промышленной палаты Чувашской Республики Игорю Владимировичу Кустарину. Игорь Владимирович, добрый день, вам слово. Добрый день, уважаемый Олег Алексеевич, уважаемые коллеги, все, кто нас смотрит, с праздником. В этом году 11-й раз мы отмечаем День российского предпринимательства. Ну, на мой взгляд, это юбилей. Ну, две однерки, красивое число. Оно простое, делится только на себя и на единицу. Так что с юбилеем вас всех. К сожалению, сегодня мы не смогли пригласить всех 400 членов торгово-промышленной палаты в этот зал. Здесь члены правления, актив наш. Но, тем не менее, Олег Алексеевич, еще раз вам большие слова благодарности за то, что вы и Минэкономразвития, конечно, организовали вот в таком формате празднование этого мероприятия. Вообще, так сказать, у нас уже за предыдущие 10 лет сложились определенные традиции при подготовке и проведении Дня предпринимательства. Это и круглые столы, обсуждение проблем, так сказать, различные мероприятия. Ну, кстати, часть из этих традиционных уже, так сказать, мероприятий удалось осуществить
осуществить и в этом формате. Это вот награждение победителей, отмечать лучших предпринимателей, делиться историей успеха и так дальше. Торгово-промышленная палата также ведет своего рода летопись, или, если можно так выразиться, архив предпринимательства Чувашии, начиная от купцов с 19 века до наших дней. И здесь, конечно же, можно снова вспомнить и купца Ефремова, и Астраханцева, и братьев Таланцевых. С большим уважением отношусь к предпринимателям времен Советского Союза. Я их называю все равно предприниматели. Это организаторы производства. Это Шевницын, Капитонов, Пилярский, Панков, Седов, ну и многие другие. Конечно же, с начала 90-х, прямо в 85-м году у нас образовалась фирма «Керек». Помните, Тарасов. Сегодня сын его, Сергей Михайлович, руководит этим предприятием. Вот. Среди нас тут сидит Анатолий Александрович Князев, тоже в начале 90-х организовал свою фирму «Рион Техно». И, кстати, я хочу, пользуясь случаем, поздравить его с тем, что он стал победителем специального проекта Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «100 семейных предприятий под патронажем Торгово-промышленной палаты». И, если можно показать, вот торт ему прислала Торгово-промышленная палата России, там поздравления там, и так далее. Это очень приятно. Он основатель этого предприятия, сейчас возглавляет, директором является его сын, супруга работает. Так что, Анатолий Александрович, поздравляем тебя. Это из первой волны предпринимателей вот 90-х. Ну и мы очень радуемся за молодых предпринимателей, радуемся их успеху. Стараемся помогать в преодолении трудностей, в том числе в этот период. Много обращений в палату поступает с разными просьбами. Мы стараемся помогать, консультировать и так дальше. Надеемся, что истории успехов молодых предпринимателей будут продолжаться. И я искренне поздравляю всех с Днем предпринимательства. Удачи всем. И вместе мы будем сильнее. Удачи. Спасибо. Игорь Владимирович, огромное спасибо. Хочется отметить то, что сегодня 26 мая 2020 года, и сегодня мы пишем историю, продолжаем ее писать. А сейчас у нас прямое включение с Чувашским региональным отделением общероссийской общественной организации «Деловая Россия». И позвольте предоставить слово его председателю Денису Геннадьевичу Васильеву. Денис Геннадьевич, добрый день, с праздником вас, прошу вам слово. Добрый день, уважаемый Олег Алексеевич, добрый день, уважаемые коллеги. От лица Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и Чувашского регионального отделения в частности, разрешите поздравить вас с Днем российского предпринимателя. Российский предприниматель – это человек, который всем своим делом показывает, как нужно развиваться в России, вот, создает комфортные рабочие места, планируя при этом и развитие своего дела, не забывая и о социальных обязательствах. Поэтому хотелось бы пожелать всем российским предпринимателям здоровья крепкого в это нелегкое время, терпения и удачи, а бизнесу вашему модернизации, инноваций. В общем, гениальных решений. Еще раз с праздником. Денис Геннадьевич, спасибо большое. Поздравления взаимно абсолютно. А мы подключаемся к Чувашскому региональному отделению Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Я предоставляю слово его председателю Андрею Анатольевичу Семенову. Андрей Анатольевич, с праздником и вам слово. Добрый день всем, кто присутствует на сегодняшнем мероприятии. Конечно же, хотелось бы поблагодарить всех, кто участвовал в организации сегодняшнего мероприятия. Дорогие друзья, сегодня отмечают профессиональный праздник удивительные люди. Это предприниматели. Люди бесстрашные, ответственные. Люди, которые создают предприятия и рабочие места. Я очень рад, что нас становится больше, что в наши ряды приходят молодые люди. Люди с новыми взглядами и новыми идеями. Эти люди создают новое будущее нашей страны и нашей Чувашской Республики. С праздником, дорогие коллеги! С
праздником, дорогие друзья. Андрей Анатольевич, спасибо вам, и это абсолютно взаимно. Мы движемся дальше, и на связи Центр «Мой бизнес». И позвольте предоставить слово ее руководителю Александру Владиславовичу Маслову. Александр Владиславович, добрый день, с праздником вас. Вам слово. Уважаемый Олег Алексеевич, уважаемые коллеги, для команды «Мой бизнес» Чувашская Республика это самый главный праздник. Вся наша работа направлена на то, чтобы помогать предпринимателям двигаться вперед, развивать свое дело, созидать и творить. «Мой бизнес» сегодня – это более 5000 услуг, направленных для различных сфер деятельности по множеству направлений. «Мой бизнес» – это 466 микрозаймов, 193 поручительства гарантийного фонда, более 1900 консультаций по вопросам налогового учета, ведения собственного дела и бизнес-планирования. Это более 1500 консультаций правового, налогового и бухгалтерского характера. Около 400 услуг оказано экспортно-ориентированным компаниям по вопросам логистики, таможенного и валютного законодательства и выхода на зарубежные рынки. 8 проектов поддержано венчурным фондом. В это непростое время праздник приобрел особенный смысл, ведь несмотря на все сложности и ограничения, предприниматели продолжают бороться за свое дело, за свои идеи, за своих людей. Мы благодарим каждого из вас за тот колоссальный труд и подвиги, которые вы ежедневно совершаете. И в свою очередь делаем все, чтобы быть с вами, помогать и поддерживать. Поздравляем вас с Днем российского предпринимательства. От всей души желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, а вашему бизнесу процветания и развития. Спасибо. Александр Владиславович, спасибо вам и благодарим вас за эту прекрасную речь. И переключаемся. А куда, друзья? Все очень просто. В Дом правительства. Олег Алексеевич, позвольте снова вам предоставить слово, потому что есть что сказать еще. Прошу. Да, спасибо. Спасибо большое. Спасибо еще раз, дорогие друзья, за те слова, которые вы произносите, за ту работу, которую проводите. Мы вот в предыдущей части вручили награды конкурсантам. Несомненно, вот конкурсы – это здорово, это хорошо по нескольким причинам. Первое – это соревнования. А когда соревнования, конечно же, всегда идет процесс улучшения, потому что в процессе соревнования есть желание сделать лучше, сделать быстрее, сделать качественнее, и очевидно получаются вот эти истории успеха. С другой стороны, конечно же, вот в рамках праздника принято дарить подарки. Ну и, конечно же, когда речь идет о руководители республики, эти подарки государственные награды. И соответствующие решения тоже приняты. Есть предприниматели, которые достойны такой награды. Очевидно, их намного больше этих людей. И, конечно же, последовательно награды найдут каждого. Ну а сейчас я прошу огласить тех людей, которым сегодня мы будем вручать соответствующие награды от государства, от Чувашской Республики. Пожалуйста. За заслуги в области экономики и финансовой деятельности почетное звание «Заслуженный экономист Чувашской Республики» присвоено Соловьеву Юрию Александровичу, генеральному директору ООО «Управляющая компания», аудиторская консалтинговая группа «Эталон. Город Чебоксары». Я напоминаю, что мы пишем историю, и такое награждение, думаю, запомнится очень надолго. Что, спасибо большое, еще раз поздравляем, Юрий Александрович, а мы движемся дальше. За достигнутые трудовые успехи благодарность главы Чувашской Республики вручается Порфирьеву Сергею Дмитриевичу, генеральному директору ООО «Гармония», Цивильский район. Что действительно исторический момент, ну, можно посмотреть, просто туда улыбнуться и пожелать вам только всего наилучшего и не останавливаться на достигнутом.
Ну что, уважаемые дамы и господа, наша церемония подходит к логическому завершению, и я вновь хочу предоставить слово Олегу Алексеевичу. Олег Алексеевич, прошу еще вас. Раз слова поздравления. Прежде всего тем людям, которые только что получили награды, и тем, которые получили соответствующие премии по номинациям ранее. Все предпринимателям слова поздравления и слова успеха и достижения намеченных целей. И здесь хочу напомнить им то, что китайский иероглиф «кризис» одновременно обозначает возможности. И очевидно, вот это явление, вот такое сходство и мне кажется, должно нас вдохновить на то, что через кризис мы можем сделать очень серьезный прыжок и рывок вперед. Для этого необходимо, с одной стороны, сконцентрироваться, найти внутренние, наверное, резервы и проявить те идеи, которые окажутся как раз прорывными и востребованными. Дальше нам всем надо объединиться и вместе действовать. Тогда, несомненно, и победа будет за нами, и успех однозначно не за горами. Дорогие друзья, еще раз поздравляю всех нас с замечательным праздником и желаю всем успеха и здоровья. Олег Алексеевич, огромное спасибо за вашу прекрасную речь. И под занавес нашего замечательного праздника коллеги из Торгово-промышленной палаты подготовили предпринимателям подарок. Несколько известных мировых хитов в исполнении кавер-рок-группы «Клуб ТПП», которые прозвучат после просмотра короткого видеоролика. Примите наши поздравления, уважаемые предприниматели нашей прекрасной республики, и до новых встреч! Друзья, все, кто нас смотрит, очень необычная для нас сейчас ситуация. Мы в первый раз так в онлайн-режиме поздравляем, значит, всех с Днем предпринимательства. Вообще нашей группе, рок-клуб Торгово-промышленной палаты, нам 14 лет. И первое публичное выступление у нас было в 2009 году на первом, самом первом праздновании Дня российского предпринимательства. И это выступление было в ДК Хузангая. Потом мы собирались еще несколько раз, но знаменательным было выступление 2014 года, когда мы на Красной площади собрались лучшие рок-группы Чувашии. И был такой нон-стоп концерт с 5 вечера до 11. Вот.
Поэтому мы подобрали такой репертуар, который, по нашему мнению, сегодня, ну, отвечает вот этому празднику, всем трудностям борьбы за выживание предпринимательства, за свои успехи. Первая песня. Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейф и чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой монастырь. Я видел эту жизнь без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Один мой друг, он стоил двух, он ждать не привык. Был каждый день последним из дней. Он пробовал на прочность этот мир каждый миг. Мир оказался прочней. Ну что же, спи спокойно, позабытый кумир. Ты брал свои вершины не раз. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Другой держался русло и течение ловил подальше от крутых берегов. Он был как все и плыл как все, и вот он приплыл. Ни дома, ни друзей, ни врагов. Жизнь его похожа на фруктовый кефир. Видал я и такое не раз. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Джинса давно затерта до дыр. Пускай хрипит раздолбанный бас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды 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 он прогнется под нас. Сейчас мы поменяемся гитарами, потому что будет очень неплохо. Будет очень интересная песня. Знаете, как много раз предпринимательству, предпринимателям приходилось все начинать сначала. Люди падали, теряли все, разорялись, снова восстанавливались. Поэтому это очень важно, начинать все сначала и относиться ко всем с уважением и к себе в том числе. Я во что-то верил и чего-то ждал. Тучи бессмысленных дней. Только я устал, только я не стал ни богаче, ни мудрей. Я менял любовь на любовь. Я искал добра от добра. Только вижу теперь.
что-то пора менять. Только что не могу понять. Обещали мне все впереди. Как знать? И казалось мне, без моих идей мир не сможет прожить себя. А оказалось, в мире полно людей, и все умнее меня. А чего же за столько лет так лениво меняется свет? И придут мудрецы за дураками. Свет, свет. Очень мудрая песня группы «Воскресенье». А сейчас классика, Beatles, «Get Back». Все возвращается, вы знаете. Несмотря ни на что, все возвращается. И желательно, чтобы возвращалось только хорошее. «Get Back». She wasn't a woman, but he was another man. Only comes around, he said, she got it coming, but she gets it while she can. Get back to where you
to where you once belonged. You're back to where you once belonged. You're back to where you once belonged. You're back to where you once belonged. Get back. Знаете, у предпринимателей, как правило, не принято винить в своих неудачах или проблемах других. И это я говорю об успешных предпринимателях. Успешные предприниматели всегда смотрят, а в чем же я не так сделал, в чем я виноват. И вот про это очень классная песня группы «Воскресенье». Thank you.
свет, и мокнут звуки, и новые муки ищут руки. И если боль твоя стихает, значит, будет новая беда. Ну и традиционная песня, она играется во все дни предпринимателей. Ребята, вы помните, как все начиналось? Все было впервые и вновь. И это классная композиция. Очень известная песня,
Ну, я думаю, что она чувашская народная песня, потому что этой песне 50 лет. Вот. Но и мы постарались соединить в ней еще два традиционных мотива чувашских. Но поскольку у нас рок-группа, это рок. Всемирный рок переходить. Подводка такая, друзья, коллеги. Опять про предпринимательство. Сколько раз мы упирались в стену, и, казалось бы, нет выхода из безвыходной ситуации, но всегда нужно находить мосты или пробивать эту стену, вытаскивать ее по кирпичикам, грызть зубами.
Ну и вот про эту песню. Песня «Breaking the Wall» — это «Стена», это Pink Floyd, коллеги! Знаете, классика — это уж классика, если говорить немножко. Очень интересный момент, вот эта вот гитара, покажите ее, да? Это гитара из рук Брайана Мэя, знаменитого соло-гитариста группы Queen. И она подарена после рок-концерта в Будапеште прямо из его рук.
и изготовленные на его фабрике. Так что это прикольно. Стинг! Если говорить немножко, представить нашу группу, мы все предприниматели. Дмитрий, учредитель и основатель двух фирм, которые занимаются консалтингом в сфере энергоресурсов и оптимизации. Александр, у нас директор компании «Волга Рейн» и «Союза Волга Рейн». Василий, у нас самозанятый человек, работает сам на себя. Ну и я, ваш покорный слуга. И у нас заключительная песня. Всем доброй ночи, счастливо. Это Пол Маккартни, это классика. Someone's gone out fishing, someone hot and dry, someone's on the mission to lonely Lorelei. Someone's on the mission to the candle on the sky, and I'm left stranded, wondering why. You and me together.
Спасибо всем, спасибо нам, с праздником всех, удачи. Мы старались подобрать репертуар, который максимально подойдет к нашему сегодняшнему мероприятию, к нашему празднику. Еще раз удачи вам, и вместе мы будем сильнее.